Музей-заповедник Горки-Ленинский благодаря своей фактуре является постоянным объектом для съемок фильмов и сериалов. Там даже построен небольшой бутафорский город. Обычно в кинокартинах активно используются интерьеры и внешний вид усадьбы Горки. В очередной многосерийной саге решили снимать здание музея истории местной школы. Художнику-постановщику вид сооружения понравился, но все же кое-каких деталей не хватало. А поэтому решили сделать небольшой ремонт. Музей истории школы в Горках Ленинских расположен в двухэтажном здании бывшего барского особняка. Ему уже давно необходима реставрация. И вот неожиданный подарок от съемочной группы. Вот они балюстраду, вот эту всю сделали. То, что вы круглую сейчас пройдем, посмотрим. Вот с той стороны балюстраду. Потом они вот тот вот сарайчик построили. Опыту мастеров можно только позавидовать. Несколько перил с фигурными столбами были установлены всего за один день бригадой из 10 человек. Конечно, эта работа не снимает необходимость серьезного ремонта, но здание заиграло новыми красками. Сама съемочная группа расположилась внутри. Музей же используется как своеобразный фон только для съемки эпизодов на улице. Съемки на мосту вот там шли. Но они снимают здание, наше подошло под съем гимназии. Кино, в котором будет 50 серий, снимается по заказу телеканала «Россия». Название, сюжет и имена актеров пока держатся в тайне.